Те, кто сегодня заканчивает школу. Последний звонок в 12 классе – это дело обычное. Все ждут, все знают, что они больше в школу не вернутся. А вот в 9 классе, я думаю, что еще не все ученики 9 класса поняли, что сегодня для некоторых из них последний звонок. Звонок прозвенит в последний раз. Ну что, мы, наверное, начнем. Я думаю, что в 9 классе звонок, последний звонок будет у них гораздо веселее, чем в 12. Сегодня они, некоторые не навсегда прощаются со школой, но все же. Класс. Не пугало, не пирало. Чёрт! Смотрите, сегодня вас пришли
Дорогие мои, Даша, Владимир, Хелина,
Нет, щепучка. Это глюкоза. Thank you.
даже эти зили, гранит на руки. Ну и винилы там шиты. Вот вам, пожалуйста, гранит на руки. Пожалуйста, я, Денис Сергеевич, спасибо, доставили. Денис, где же вот просто не хочу. Thank you.
идет пробежка, по наклонной плоскости ехала тележка. Много уравнений, закрыта скобка, там есть пробирки, вылетела пробка. На уроке физики опыт и задача. Ну не после школы, пожелайте удачи. Thank you.